Доброе утро, мои дорогие зрители! С вами Наталья. Всех приветствую, всем рада! Сегодня понедельник. Последний понедельник в этом году. И вообще последние недели этого года уходят. 22-го. Следующий год у нас начинается с воскресенья. Это прекрасно. Поэтому у нас сегодня, у нас на этой неделе каждый день будет последний. Да, понедельник последний. Последняя трудовая неделя. Все как всегда. Суета, сует. Погода в Москве. В данный момент ночью в Москве было минус 10 градусов. Сейчас минус 8. К завтрашнему дню уже идет потепление, обильные снега. На Новый год обещает дождь. Как всегда, супер. И какие же мозги выдержат? То минус 12, то плюс 2. Но это лирика. Все, мои дорогие, переходим, как всегда, к Быковой. Кто-то вчера в стриме верещал, как поросенок, и говорила: ой, я вам монтирую такой ролик, и скотину покажу, и детей покажу, и чем мы занимаемся покажу, и как я работаю покажу, ой, монтирую, сегодня вечером выпущу. Бум-бум-бум и пшик. Где быковское видео? Где? Это раз. Во-вторых, вчерашний ее стрим. Девочка опять что-то курит. Вчера уже она сказала, замесила государство. Я вот думаю, государственные деятели, люди у власти. Вы когда-нибудь обратите внимание на эту нахалку и хабалку. Она уже на весь земной шар вчера кричала, что государство нас имеет. Это слова Быковой. Ей все должны, все буквально. Учителя должны, врачи должны, мама должна, все должны кругом, подписчики должны, государство должно. А ты-то чего должна? Всем остальным. Ты даже своим детям ничего не даешь, что ты им должна. И вот вчера опять эти проблемы денежные. Вот, да, Федя и Женя самостоятельные, но Лёша-то еще я кормлю, я продукты вожу, я лекарства вожу. А кто должен? Я? Или соседка Марья Ивановна? А кто должен? Ты их нарожала и вози. Вози и еду, и лекарства. Твои дети. Это твоя зона ответственности, не наша. И что об этом говорить? И стрим вчера так быстро закончился. Ну, в общем, что она вчера несла? Она вчера опять была наглая, хабалистая, всех унижала. Меня, конечно, заело это то, что вот вы не просите, а я вот прошу, вы сразу меня осуждаете. А что ж, когда государство вас грабит, вы ничего не говорите? Бля, вообще. Я вам говорю, вам девочку прет не по-детскому. Ваша мама плоха, совсем плоха. Да, я боюсь идти к врачу со своей беременностью, хоть и знает, что там она беременная. То эту статью начала зачитывать. Быкова, тебе нечего показывать? Сиди в своем курятнике и не квохче. Вот несешь какую-то околесицу. Девочка, ты себе своим языком точно говоришь на какую-то... Я законы не нарушаю. Да, ты еще скажи, как это, в интердевочек. Нет у вас еще такого закона, чтобы меня посадить. Угу. Найдут. Ты знаешь, был бы человек, а статью всегда можно найти. В общем, вчера был просто трэш. Я думаю, что скоро будем плакать. Все подводится к тому, что будет или замершая беременность, или выкидыш. Ну, а если родит, то родит какой-нибудь с проблемами. Ну, в общем, этот неродившийся, если он есть, эмбриончик,
уже работает на мамкин карманчик. Как-то так. Ну, пришел Санек, принес ей шоколадку, конфеты. И вот эти вот поцелуйчики, обниманчики, и вот это вот все. Это так наигранно. Прибежали дети, она сказала, нет, это маме шоколадка. Вы понимаете? Нормальная мама бы разделила, хотя бы по квадратику, ну, всем бы дала. Пускай даже себе больше оставила. Но ты поделись с детьми. Они на Розасане бежали, пока вот он с шоколадкой шел, они увидели. Они прям за ним и бежали. И прибежали сразу к маме. Ну и, в общем, она говорила, и тут же кричала там, что там кричите, вы Веронику спать уложили или не уложили? Как в лесу? Что она орёт? Что она орёт? Вообще, по-хорошему, ты должна ребенка укладывать, а не дети. Ну, конечно, ты же свой труд-то делегировала. Да, даже труд матери. Угу. Тебе это нафиг не надо. Ну и что в итоге мы видим? А в итоге мы видим, Ольгиного видео так и не шло никакое, мы ничего не посмотрели, ни детей, ни скотину, ни двор, домашние дела. Леха выпустил. Угу. Он, видите ли, с Саньком поговорил по-мужски. Тоже как мама, хайповые названия ставишь. Угу. Ну и что мы видим? Леха убирает навоз, он пришел Саньку помочь. Он такой прям вот деловой. Вот навоз собрал, опилок посыпал. Вот я вывез аж 3 тележки навоза. А кто Быкова говорила, что по 10 тележек вывозим? Вот Леха вывез всего 3. Всего 3, но никак не 10. Брехло ты, еще то. И вот сейчас я пойду молочный аппарат собирать доильный. Саша сейчас будет там доить коров. Сок у нас доится, 3. Они все еще доятся? Я уж думала, ладно. Сколько коровы дают молока? 2,5 ведра. В общем, это вот такой диалог у них. Потом показывают, они сидят на пурине, на мешках с комбикормом, на химозе. Сидят на пурине, и якобы Лёшка у Шурика берет интервью. Ой, вот первый вопрос. Лёш, тебе сколько лет? 16. Саньку сколько? 35. Что это за отношения? Санёк, тебе как у нас живется? Ты привык, ты установил свой быт в нашем быту? Угу. Масло масляное. Тоже. Привык уже к нам? Или не привык? К нашему дурдому. Сидит, ржет. Какой он тебе Санек? Ты или уж по отчеству нажива, или на вы? Это что за панибратство? Это что такое? Он тебе в отцы годится по возрасту. Но у них такое воспитание. Вы не понимаете. Европейское. Взрослому человеку говорить ты. Ну, этот придурок ничего не сказал. Сидят 2 идиота, ржут. А чё ржут? Непонятно. Потом он там в сарае посидел с ним. Санёк. В общем, бред сумасшедшего. И уже показывает, вот я уже дома. И опять он с Яковом. Якова, книжку у нас теперь вот такую книжку мы любим. Да, океаны. И вот этот сидит маленький, рассказывает, это кит, этот спрут, это там еще кто-то. А Леха там, дай мне писать, он не дам. Ну, в общем, опять он играет в няньки. Потом ему уже вроде попрощался, но так как времени мало, понимает, что мало наснимал. И вот это показывается тягомотина под конец. И опять не здрасте, не прощай. Ну, в общем, херню какую-то снял Леха. Но это вместо маминого кино. Да? Да. А маме вчера на стриме надонатили всего 385 рублей. 380. Она быстренько эту контору сразу свернула. Поняла, что ничего не дают. Вела она себя нагло. Она поэтому себя так и вела.
нагло. Не дают. Че вы тут? Я тут бросила детей, я сижу вам тут, пою, а вы мне ничего не даете. В общем, манера такая. Я все думаю, когда начнут люди у нее отписываться? Ну вот просто отписываться. Смотреть, не смотрите, фигня. А, самое смешное. Быкова вчера сказала, когда ей задали вопрос, а зарплату с Ютуба? Вы понимаете, она не... Вы представляете, она не получила зарплату с Ютуба. Да ты что, моя дорогая. 700 с лишним тысяч подписчиков, и ты даже не заработала $100? Ты гвоздика, не звездика. У меня 9 тысяч, я получила зарплату. Да, и больше $100. Каждый месяц получаю. А ты не получила. Конечно, 150 тысяч рублей положите в карман. И что это за зарплата? Это же не 1,5 миллиона, это же не лям. И не 500 тысяч, и не 800. Что это? Я прошу диванного аналитика показать быковскую зарплату за ноябрь. Очень прошу. Это вообще трэш. Она ж 1,5 тысячи, а то и $1,800 как минимум заработала. Не считая рекламы. Даже с таким маленьким количеством выпущенных видео и стримов. Доллар за один просмотр без рекламы. Доллар. У нее смотрит 100 тысяч как минимум. $100 за один стрим или за одно видео она получает. Вот что она врет. Ой, Господи, чтобы у нее язык отсох, а, за ее брехню. Все, мои дорогие, всем всего хорошего. Здоровья, еще раз здоровья. У нас гололед, потому что все растаяло, теперь все замерзло. Завтра опять все растает. И вот так вот, тудым-сюдым, тудым-сюдым, тудым-сюдым. Всех благ. До встречи. Я надолго не прощаюсь. Завтра увидимся. Будет утро. Будет пища.